Всем привет! Я хочу показать, сколько у нас насыпало снега за сутки. Вот забор. Все в снегу. Вот на крыше. Вот, скоро свалится. Вот здесь упало уже. Вот. Пиратик бегать довольный. Вот столько вот снега у нас. Вот здесь я не расчистила еще. Вот. А здесь вчера вот чистила, кое-как снег мокрый. И пришлось его кое-как. Я здесь расчистила, чтобы мне накормить кроликов. Вот столько снега. В общем, какой-то ужас. В новостях сказали, что выпала месячная норма осадка. Или осадков, как правильно. Вот. Вот столько вот снега у нас кругом. Вот, все в снегу. Вот, что творится. Вот столько снега у нас в этом году. Вот, хожу, сама боюсь, как бы вот эта вот глыба не свалилась на башку, на голову. Вот, все в снегу. Вот так вот. И здесь вот сколько, смотрите, сколько на крыше снега. Тоже свисает. И здесь сколько снега. Вот. И у нас новый питомец. Да, Бимка. Вот, Бимка. У нас пират болел. Мы думали, он сдохнет. Вот, и мы взяли, сын принес кутенка. У него была лапка поврежденная. Ну вот, вроде бы я его в курятнике держала в тепле. Сегодня сделала вот такую будочку ему. Вот. Вот такую будочку ему сделала. Там он постелила старую свою куртку. Кушать ему дала, покормила. В общем, вот бегает. Хочу, чтобы он привык. Наш пират отошел, бегает. Вот. Хочу, чтобы он привык к нашим собакам. У нас пират уже старый. Вот. В общем, мы взяли кутеночка. Лапка вроде зажила у него. Вот он уже бегает хорошо. Да, Бимка? А, Бимка? Бима. Вот. И здесь такая тропиночка. Ничего не расчистили. Вот столько снега. Вот у нас в новостях передали, что у нас выпало очень много осадков. Я не буду включать новости. Просто покажу фотографии, которые идут в Пензе-Информ. Вот столько вот много снега выпало. Взяла на чердак за сеном. Вот набрала мешок сена. Козам дала второй мешок. А это кроликам раздала. Вот положила в кормушки. Ну тут у нас 6 кроликов только. Вот. Вот водичку, снега. Водичка не замерзает, на улице тепло. Вот я поставила в 2 часа воду. Или час где-то был, ну с часу до 2. Вот вода стоит, не замерзает. На улице не холодно. Ну вот, седала корм. Корм вот уже съел, утром полная была. И сено положила. Вот, ну, в общем, достала сено, покормила их. Вот. Ну ладно, всем пока-пока. Такое маленькое видео. Коротенькая. Хотела показать, сколько у нас выпало снегу. Снега очень-очень много. Теперь мы весной опять будем плавать. Вот.